Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Да, если бы что-то работало еще здесь, было бы вообще прекрасно. Привет, привет, привет. Здорово. А, братишка, right round пришел. Нужно дело одно сделать. О, Даша, можешь, пожалуйста, сделать одно дело, скинуть ссылку на Инстаграм в группу с этого радио, где обсуждения там все. Чтобы что пообщались. Что, 100 лет вообще не общались. Батлиться пока, ну, хочется, но пока не собираюсь. С днем рождения, брат. Как у тебя дела? У меня хорошо, только что словил хейта больше, чем после батла с Драго. Не знаю, когда батл. Привет, привет, привет. Давайте, давайте, залетайте. Может, тут есть тема для общения одна хорошая. Что, скажите, как по звуку? Нормально все слышно? Как тебе Gone Flat? Gone Flat крутой. Когда трек? Треки скоро. Я тут записал один, хочу этот клип снять еще один. Круто было. Ваня, привет. Вчера на матче был. Нет, вчера не мог, к сожалению. Но и не особо расстроился. Плакал вообще намного больше. Как клип Big Music. Big Music крутой клип. Очень понравился мне. Ну, не понравился My Waves. Не особо мне как-то вкатил. А остальное все очень круто, типа. Остальные пацаны молодцы вообще. Локи бешеный. Зальешь потом на трансу ВК? Не-не, оставлю здесь просто, потом можете посмотреть, если кто-то захочет, сам зальет. Батлы будешь еще принимать участие? Да где пацаны-то, которые хотели со мной базарить? Я специально для них трансляцию включил, чтобы там это. Ай, блядь. Вот, все работает. Кто-то решил офигенно пошутить и начать звонить мне. Общаешься с Фейсом? Нет. Пару раз виделся с ним на каких-то тусах, типа вместе. Ну, как ты там, что-нибудь перекинулся. Привет, пока. Когда будет Стина? Не знаю. Планируется альбом. Планируется, все пишу. С тобой хочется батлить Plan Dead. Посмотри последний. Plan Dead это кто? Это про член, которого задушили, блядь, за змею его задушили. Батлиться со мной хочется, не стоит. Я с такими не батлюсь. Всем могу помахать. Сербел, чувак, ну это же которого, да, Дип задушил.
Нарвет на битах хотел бы выйти, да, но не в турнирку. В турнирку мне интересно вообще. Белые чуваши крутые. Плейндед молодец, конечно. Что-то я. Как бы. С Антоном просто я разговаривал на тему батлов, и, возможно, это поэтому. Сегодня в эфире была песня «Гэнг-бэнг», «Золотая сука, выпьет наш коктейль». Не, главное, что мы запикали про снесенную голову с плеч, поэтому все в порядке. Я не думаю, что РПЦ это, я не знаю, я думаю, поджидают меня внизу уже. Сколько лет болеешь за «Спартак»? Да с детства, в принципе. Вот мне 24 сейчас, ну, где-то, не знаю, наверное, с 2002-2003 прям я. Ну, у меня батя болел сюда, я поэтому тоже. Че, как жизнь? Да норм, че, жив, здоров пока еще. Млечный путь большой, с черной ее огромную, как-то там было, дырой что-то. Нормально тут комиссар Рекс идет, но это Мухтар, наверное, конечно. Мухтар, да. Планируешь батлиться? Да нет, ну где все выездов? Казань, Самара, Ростов. В Питер так и не съездил ни разу. Че, на последний версус МСК приехал? Да, был на версусе. Голову чешу, чешется просто. Не знаю, волос, видите, отрастил какие. На версусе был, да. Кто любимый игрок из Спартака? Ну, как бы сейчас Ром Забнин. Если не общаешься с Варабом, то с кем нарвать? Да я не знаю, дожить еще надо, что-то придумаем. Я не скажу, что я не общаюсь с ним. Типа, мы можем написать другу привет, как дела, go Fortnite. Но у меня нет Fortnite. Месси, Роналду. Роналду, конечно, верит. Верит, топовый был, убивал Кенфеева. Ну, не убивал, конечно. За кого болеешь из команды «Голубей Тигров»? Ну вот из команды «Голубей» мне очень нравится. Кто же у них там есть-то? Короче, не знаю, но мне «Династ» понравился, вот. Ну, это типа не считая банального, типа ПМа там и так далее. Вот, а из этих «Тигров» за Майлса. Хотел бы Фицердо. Как-то мы что-то говорили на эту тему. С ним. Как относишься к Вайпхантеру? Ой, я помню его давно-давно еще. Сколько заявок он везде подавал. Ну, круто, что у него получилось куда-то продвинуться. Подгоны? Да, блин, вообще подгоны за подгонами сейчас будут. Не переживайте. Любимая фирма одежды. Не брендированная, где нет вообще бирок никаких. Ну и пацанам с ритмики респект. Привет. Ну чё, будут вопросы-то про радио, там, где все эти люди-то? Как тебе, Рики? Про альбом «Домашний» что-нибудь слышно? Нет, Костяну я как-то ТИФУ предлагал размотать его на стриме. Он сказал, что у него только 15-е. И я сказал, понятно, звони когда-нибудь. Про спорт заставляют в эфире говорить? Нет, не заставляют. Мне, наоборот, нравится просто эта тема. Вот, наконец пошли вопросы про радио. Мне нравится. Что там с радио? Радио Studio 21 93.2. Когда треки? Да скоро, скоро. У меня там пакован лежит готовый. Тебя когда-нибудь пиздили? Один раз в жизни. Отхуярили знатно. Я, блядь, зубы собирал. И губы. У меня шрам остался. А больше обычно я разбирался. Будет соведущий? Ну, будет когда-то. Типа совместные эфиры. Просто пока, типа, лишь экспериментируем, кто как, типа. У кого что получается. Вань, подстригись. Я хочу отрастить себе патлы такие, как Горда Стерна, вот такие, короче. Шучу, нет. Здравствуйте. Хотите, расскажу историю? Короче, вот мы сейчас выходили в FM, и был такой чудак там, который в гадости писал про меня постоянно, обзывал меня там, короче, 34-летний мужик, постоянно гадости про меня какой-то, 93.2, да, гадости про меня писал, типа, постоянно какие-то там просто в течение вот с 0.00, без остановки писал. Вот писал, и в общем, ну я скинул там в Инстаграме, типа, звоните все, звоните, будем и спортсменов, и рэперов. Вот, Даша, скинь, пожалуйста, если ты не сделала, скинь, пожалуйста, туда вот им ссылку эту на эфир, в этот, в группу вот эту вот радио, этого, где там обсуждение идет. Вот, и в общем, короче, и гадости писал, сейчас про Вирджинку расскажу, гадости писал. И я, в общем, короче, типа сказал, могу позвонить любому из эфира, позвонил тому, кто там захотел, и он пишет, как там позвонить, как позвонить. Я ему пишу в личку просто со своего аккаунта, типа, кидай номер, звоню ему, говорю,
Максим, добрый день. Ну что, рассказывайте. 93.2 часто. Рассказывайте, типа, что за дела, зачем вы там. А, типа, он говорит, нет, ну я понимаю, что это там не ваше дело, это все там руководство. Я говорю, а что же у меня-то пылесосится лично? Он говорит, ну это все эмоции, извините, больше не... 34 года мужику, больше такого не будет, типа, он передо мной уже сидит. И просто проходит 30 секунд, я с ним заканчиваю разговор, и он опять пишет то же самое. Ну то есть, вы понимаете, типа, всегда одни и те же люди, неважно сколько им лет, если больной человек, он будет больным как бы везде, и в 34 года, и в 12 школьникам. Вот Поперечный стендап говорил, что школьники бешеные, не только школьники бешеные, все пользователи интернета вообще с ебанцой небольшой. Я убрал, ты как, когда стрим, это стримить, бля, не мое. Я попытался, конечно, но не мое. Виджелинг, братишка, пускай живет там. Что-то комменты перестают приходить, или никто не пишет, а вот лайки посыпались. Привет, привет. Раунд, братан, райт раунд сегодня придет в эфир, вы охуеете. Слушай, новый альбом Букер уже, если да, то как тебе? Стендап Дани, я еще не досмотрел, 50 минут посмотрел. Ну, пока не могу сказать, там, говорят, в конце какая-то мысль крутая. А альбом Букера не слушал. Батя домашнего. Батл с диктатором, я думал, зашел бы. Спасибо большое. Про Динамо обязательно еще расскажу, как обещал, и про Гнойного. Что по ведущим или в остальное время просто музло? Нет, ведущие всегда есть. Просто сейчас какие-то там технические штуки доделывают, и поэтому, типа, бывают там большие паузы в эфире. Почему Букер ушел с антихайпа? Он ушел с антихайпа? Не знаю. Может, хайп будет просто слишком. Что думаешь о том, что... А, серьезно? Да это, блядь, опять какой-нибудь, не знаю, пиар-ход. Слушай альбом Микки Мауса. Не буду никогда слушать альбом Микки Мауса. Кто самый сильный батлер? Самый сильный батлер? Ну, если из батлеров, брат, Славик. Хороший очень сейчас. Но он ни с кем не забатлится. А из вот там Фрешбладых, из Фрешблада. Ну, Влад ПМ, наверное, сейчас силен. Силен и могуч. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебе Майти унизил Витя СД? Я не понимаю, о чем вы говорите. Майти на батле, что ли, или что там, не помню. Прометей роняет факел, не слышал. Дип тоже крутой, но вот мне не особо нравится из-за образа. Ну как-то, ну я не скажу, что он типа слабый, он типа крутой, очень крутой в своем пла. Но мне типа это не близко. Парагрин, старый волк. Крутой тоже. Ну, блин, не знаю, не дотягивает, конечно, до Влада. Если там про стариков, если разговаривать, до Влада и Дипа. Но все равно тоже что-то свое. Браги тоже крутое. Ну, пацаны раскрываются наконец-то. Как относится к Шарону? Это который из... Шарон из... Проект Увечья? Или Шарон этот, батлер американский? Спасибо большое, мне травку не дуешь. Go fit с Мироном. Да у Мирона и так видите, как сколько фичеров там. Сумасшедший. PM или Deep? PM. Будут ли фиты в ближайшее время? Завтра конец светочную скажешь. Скажешь на радио, расскажу все про это. Покажи татухи на руке. Раз. Биф с Канделакин. Так, пока общаемся. Последний смотрел недавно. Блядь, что же я смотрел? Что-то я смотрел, не могу вспомнить. Смотрел, ну, Фрешблад смотрел. Что-то. А, где-то, ну, посмотрел Рамиреса с этим. С Муфасой. Конечно, в зале это намного круче смотрелось. Я радиоведущий. Голкилла или диктатор? Голкилла намного больше вкатывает. Хотя диктатор тоже крутой. Да, блин, все крутые. Ну, что-то сейчас вообще говна все меньше и меньше. Какие треки слушаешь в последнее время? Свои. Свои демки репичу. Очень нравится. Из своих там друзей, людей. Рэп на битах мне больше вкатывает. Со 40 BPM как-то должен с Микки Маусом батлить. Ну, Рамирес, ну, да, крутой. Слушайте, насчет Питера, там куча всяких. Ну, я приеду еще по-любому. Надо просто
начать выпускать музло. Ну, Локи, типа, знаете, на вкус и цвет. Безусловно, крутой, но, ну, типа, вот именно мне, ну, не прям вообще заходит. Не все, но что-то есть крутое. Саша, диск КПСС, ну это искусство. А фильм про Райтрауна видели? Враг Райтрауна. Да я рассказал тут истории уже много. Какие-то есть вопросики про истории, я расскажу. Когда Миксы ебали, я смотрел на это, когда Оби-Ван был. Ну, не скажу, что там прям ебали, но у меня после этого, конечно, про него... Ну, вот очень тяжело смотреть на его батл на версии, в записи, после того, как ты видел его батл вживую, и вот такой батл. То есть ты как бы смотришь на версию, он пиздец уверенный чувак. Я, блядь, ору, я твой страх, все дела. То есть никакого там, типа, дисреспекта ему, я с ним толком не пообщался, но он уважительно сам подошел ко мне, поздоровался, представился. Вот, типа, круто вообще, нормальный вроде как пацан. Ну, как по моему общению с ним вот это время. И, в общем, я видел, как он просто трясся на батле с Оби, блядь. Понятное дело, он нервничал, там, пару дней на подготовку, типа, ну вот он очень нервничал, трясся. А потом я, типа, смотрю на него, и у меня диссонанс такой, мне очень тяжело это воспринимать. И поэтому я все, ну, смотрю его батлы и пытаюсь понять, он вывезет ли все это, он крутость, которую, типа, он заявил, что вот он, я, блядь, ничего не боюсь, а ты должен меня бояться. Если вывезет, респект, не вывезет, ну, не мое дело, мне вплевать, в принципе, но... Здравствуйте. Здравствуйте. А я, блядь, уже закончил. Я теперь общаюсь с людьми. Да, я хвал, наоборот, хотел тебя развести. А какой ближайший матч Спартака? Да, хотел на Лигу Чемпионов сходить. К сожалению, на Бенфику хотел, не получится, к сожалению. Кто из мадридцев суперкубок возьмет сегодня? Ну, я думаю, мадридский Реал. Мовицкий Рамбит. Мовицкий Рамбит, да, я чуть-чуть посмотрел, наверное, раунда два и того, но я честно не помню, какие у меня эмоции это вызвало. Концерт МСК ближе к декабрю, я думаю. Хорошо, передам. Что по игре Спартака? Блин, ну нельзя, я вот на радио говорил сегодня, нельзя сказать, что пацаны типа не бились. Ну, я не понимаю, конечно, блядь, Луиса Адриана. Понятное дело, что он там не особо и в «Шахтере» славился адекватными поступками. То есть мне очень нравится он как футбик, но когда, типа, вот такая штука начинается, типа, когда просто у тебя вот надо выиграть, тебе забить голь, когда ты берешь локотком чудачка, и я пойду-ка я отдохну, ну, с Тигой посмотрю там матч по трибунке. Ну, и расстраивает, вот. Серега, кто-то, ну, обкашлять никто не пришел, только вот опять похвалить пришли. Да, вот подвел просто и обидно, типа, ну, как бы нет вопроса, наверное, к самоотдаче, но там, типа, они вот играют, Ташай возит рылом, а ему приходится меняться, потому что нет нападающего, вот, поэтому. Труд, да, братан, ну, такие дела, чё. Никаких, ничего не скрываю. Кто лучший игрок матча? Рома Зобнин. Рома Зобнин лучший игрок всех матчей Спартака. Вообще, лучший игрок сборной. Типа. Понятное дело, что не особо. Ну, там все были хорошо. Традиционный. Пора ли Промису в новый клуб? Слушайте, ему давно пора в него. Прям очень давно, мне кажется. Главное, чтобы, как бы, знаете, не перегрелся он у нас здесь, типа. В том плане, что вот ему давно было пора уходить, пора, но сейчас он до сих пор здесь. И каждое межсезонье, каждые полгода говорят, что все, Промис уходит. Ливерпуль, там, Депай, он куда-то поедет. Но нет, не уходит. И непонятно, что будет дальше. Да отстаньте от меня с этими букмекерами. Что насчет говна в Монако? Саня крутой, мне очень нравится. Саня, вообще это светлое пятно было в сборке в плане атаки. И светлое пятно даже ЦСКА это было. Вот. Когда? Сегодня. Ты все пропустил. ЦСКА в этом сезоне? Ну, за Еврокубки зацепится. Там все-таки Гончаренко, он, блядь, бешеный какой-то. Он сейчас из этих детсада соберет себе пару полноценных футболистов и опять что-нибудь зацепится. Хотя уже много растеряли в начале.
Ладно, пойду я. Никто не хочет со мной обкашливать вопросики по ходу про радио. Все хотят какую-то чушь обкашливать. Вот. Футбол реальный 3 дня назад. Все, друзья, давайте почаще будем видеться теперь в Инстаграме, в Твиттере, ВКонтакте и везде. О, бабки на карту упали.